2014-го я получала огромное количество сообщений с вопросом, почему я не еду на Донбасс. Я Диана Панченко, ведущая незаконно закрытого Владимиром Зеленским канала News One. И я на Донбассе. Все эти годы я пыталась организовать такую поездку, но в условиях цензуры и постоянного давления это было невозможно. Зачем я здесь? События на Донбассе освещают российские СМИ гораздо реже. Европейские, украинские — никогда. Сюда не приедут Анджелина Джоли, дипломатические миссии, вояж европейских чиновников. Хотя здесь, так же как в Киеве, Харькове, моем родном Николаеве, гибнут мирные люди. После 24 февраля я практически все время находилась в Киеве и знаю точно, там уверены, Украина вернет Донбасс. И мы обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбасс – це Україна. Луганськ – це Україна. Обе территории наши, они должны вернуться. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени. Что об этом думают здесь? Чтобы местные жители хотели сказать людям из Львова, Одессы и Киева. Не считают ли они 24 февраля ошибкой? Количество смертей среди гражданских выросло в разы. Инфраструктура разрушена, воду дают по часам. Практически каждый день Донецк под обстрелами. И сейчас ситуация тупиковая. И я не хочу больше спрашивать у политиков, полевых командиров, генералитета, что делать дальше. Я хочу задать эти вопросы обычным мирным жителям Донбасса. И в первую очередь я хочу, чтобы их услышали там, откуда я буквально недавно приехала. В когда-то, а может и до сих пор, родной для них Украине. Сейчас я нахожусь в самом горячем районе Донецка, по иронии судьбы, называется Киевским. И здесь очень пахнет порохом. Бьют по всему городу, уже не знаешь вообще, по всем районам, так что страшно вообще. Обстрелы, на работу ходить тяжело, неизвестно, какой район прилетит. По людям, по школам, по садикам, по жилым домам, это нормально? Цитирую сообщение с телеграм-каналов украинских, Труха, очень популярный украинский телеграм-канал, под офисом президента. Орки снова обстреляли оккупированный Донецк, обвинили в этом ВСУ. Кровавые провокации Русни продолжаются. Следующее сообщение. Еще одно видео из Донецка. Расисты убивают жителей города, обвиняя в этом Украину. Еще одно сообщение. Опять орки сами себя обстреляли. Давайте просто спросим у людей, кто кого обстреливает. В украинских СМИ сообщают о прилетах в Донецк, но каждый раз сообщают о том, что это Россия обстреливает Донецк. ДНР обстреливают. Да, многие люди, кстати, даже из ДНР, они в это верят, потому что, ну, грубо говоря, ты сидишь у себя дома и слышишь выхлоп и прилет. Ну, как такое может быть? Но если хотя бы додуматься, хоть ну, чуть-чуть пошевелить мозгами, можно как бы посмотреть и подумать, с откуда могут обстреливать. Тут даже до мест обстрела Донецка тут не так уж и далеко. И в населенном пункте, из которого ты говорил, что там недавно был прилет, расскажи. Возле моего населенного пункта как раз-таки располагаются военные. И из-за этого, что слева, ну так, если по карте, что слева, что справа, считай, я окружен военными. Из-за этого, то есть пытаются как бы попадать по нашему району. Допустим, у нас служба МЧС недалеко от моего дома. Туда тоже был прилет. И пострадали вроде бы четверо человек, один умер. Просто в спальне. Ну как, там, где одел, там, где спят люди после работы. Вот эти, которые на дежурстве и так далее. И, естественно, этот цех, грубо говоря, он тоже пострадал, потому что там начали располагаться военные, даже без никакого там спроса, просто зашли и все. То есть они не заботились ни о людях живущих, которые им сказали, они сделали все. Ну и точно туда прилетели химарсы. Ну, это было очевидно. Ты научился когда отличать прилеты и отлеты? Еще в детстве. У
Летом стали бомбить наш поселок, Кировский район, сильно. Мины летят столько, с высоты 9 километров максимум. А сейчас обстреливают из-за всего. Там ни одного живого дома нет. Все дома разбитые, дырки. Как вы здесь живете? Просто всего день. И, честно говоря, потому что вы только один. А если бы вы прожили здесь 8 лет, вы бы привыкли, мы точно так же не пили. Вот улыбаетесь. Где вы берете эту стойкость? Понимаете, больше всего достается районам, которые больше к границе. Киевский, Куйбышевский, Кировский район, Петровка, там вообще уже ничего не осталось. У нас вроде бы как чуть-чуть потише пролетает, но изредка. Поэтому как-то вот держимся. Да, другой раз бывает, что и плачешь, и все, потому что все это жалко людей, которые погибают. И дети, и взрослые, и все. Ну а куда деваться? Выезжать, я считаю, что это не способ. Ну а что? Все здесь бросить, ехать, кому родить людей. В Украине люди уверены, что в России обстреливают. Я так не думаю. Потому что у меня точка живет в Украине. Раз, я выбрала, раз, вот, не знаю. Ну, не совсем другой взгляд. Чем у вас? Да. Общаетесь, дочь? Да, общаюсь. Там внуки растут, а я их не вижу ничего. По скайпу ты увидишь и все. Ну, это что же не общение? Кошмар. Ну, кошмар. Просто обидно еще и за то, что они вас не понимали. Я понимаю. То есть действительно прям не слушали? Ну вот спрашивала девушка, я говорила, конфликт был, вот если бы не дочка старшая, что она ей мозги вставила, она начала общаться. А так она на меня обиделась, не хотела. Вот что вы, здесь у тебя внуки, ты должна за внуков переживать, а не за то, что... Ну, а здесь что, не дети? Я считаю, ребенок это, несмотря, это твой? Ну да. Или чужой, это ребенок.